Коробки конфет для всех призеров из Иркутска приехали с кавказской овчаркой. Ты пиши, чтобы я потом поняла. Садись, я тебе буду. У меня ребенок уставляется. Сейчас я минутку покуюсь, прям секунду. Кто водитель? Вот он бегает в ринге. Да, сейчас прям минуту, прям буквально там. Не, ну Миша дернул, отдал кино, смотри за это. Настя, привет. Что, промежуток пошли, да? Ага. Угу. Увидел. Очень полезный для себя этот коктейль. Красопед такой уравновешенный, голову высоко держит. Смотри, полностью сокровище валькирии только, с такой слабой вроде бы. Ну да. Совсем хочется. Галькин-то? Угу. Ну, отрыжек такой. Ну, Галькин. Угу. Могу ходить, могу не ходить. Попрошу дружить. Скажи мне, с кем дружишь? Я уже голову сломал. Да. А, кстати, вот сможешь европейский выставить? Там набор. Гранд Байкал Экзотика. Город Иркутск. Пятое место. Номер 160. Таня. Пойдешь. Я на первый. Молодец. Сокровище Валькирии Юга. Пятое место. Быстренько кабелит в промежуточный класс. Пошли, пошли. Почему у меня Тёма лысый, у меня Тёма сейчас так аккуратно. Конечно, не пофиг, но очень аккуратно. У Герки бродил кот, и тот скоро вылезет. Sorry. Вообще ничего не хочет.